Willkommen, meine laktosenintolerante Zuschauer. Mein Name ist Abraham Okkult. Heute möchte ich euch beweisen, dass paranormale Phänomene existieren. Denn wir haben das Glück, dass sich der bekannte Geisterjäger Dima wieder auf die Jagd begeben hat. Здесь кто-нибудь есть? Как же страшно. Ich weiß, es ist für die meisten schwer vorstellbar, dass Geister oder Monster an einsamen Orten spuken. Doch gerade diese verlassenen Orte mit deren Geschichten haben es wirklich in sich. Dieses Video ist für alle diejenigen, die an so etwas gar nicht glauben. Denn ich will euch heute davon überzeugen, dass hinter jedem Aberglaube ein Fünkchen Wahrheit steckt. Jetzt kommen wir zu, Leute, die nicht an paranormale Phänomene glauben, sollten dieses Geistervideo sehen. Aber bevor wir anfangen, klickt bitte jetzt auf die Infoblase und wählt das nächste Thema aus. Wir fangen an. Долгожданного европейского сезона. Я поехал в Европу и... Ну, по крайней мере, заброшки, мне кажется, будут очень крутыми. Знаете, меня прям встречают, я бы сказал. Матерь Божья. А! Дождь. Это, знаете, вот один из тех сценариев, когда на улице просто жесткий ливень, не надо где-то спрятаться. Единственное место — это заброшенная усадьба. Какая же она огромная, просто капец. Здесь кто-нибудь есть? У меня есть микрофоны, камеры. Вступите со мной в контакт! Никогда не ждал после этой фразы ответа, если честно. Сука, как же страшно-то! Ёпперный театр. Просто глухомань. Я не понимаю, зачем вообще в такой, извините меня, заражение жопе было строить усадьбу. Потому что от Санкт-Петербурга до сюда практически 360 километров. Это же просто Анвил. Игра света и тени постоянно дает такой невероятный эффект. Постоянно видите какие-то блики, тени. И фантазия делает все сама. Вам сразу кажется, что вокруг привидения. Господи! Не. Охренеть, просто обосраться. Серьезно, я чуть в штаны не надел из-за половицы. Просто это такой позор был. Жесткий. Здесь был туберкулезный диспансер. Тут был пионерский лагерь. Поэтому от былой красоты здесь, конечно, ничего не осталось. Знаете, вот нет, сука, ни одной заброшки, где не было бы пентаграмм. Какие-то проблемы сейчас со светом были. Вот серьезно, где бы я ни был, либо 666 написано, либо пентаграммы и прочих хренотень. Так, ладно, я в центр не буду заходить на всякие пожарные, чисто от греха подальше. Очень жалко, что я попал здесь в дождь, потому что огромное количество звуков, везде течет вода, и среди них очень сложно выбрать какие-то особые, которые могут принадлежать чему-то потустороннему, я имею в виду.
центре должен быть подвал. Эту усадьбу явно пытались уже восстановить. Внутри видны стройматериалы. Здесь стоят леса строительные, но, мне кажется, ни у кого не получилось это сделать. Непонятно почему. Может, денег тупо не хватило, может, все-таки удаленность этой усадьбы от больших мегаполисов сыграла свое, но суть одна. Она в полном запустении. Знаете, чем мне нравится заброшка? Постепенно здесь начинается новая жизнь. Воу! Ну вот мы и приехали по адресу. Прям. Моя маленькая бабочка со мной пойдет в подвал. В этот момент ты должна была улететь. Ты тоже хочешь туда, да? Я вот не хочу. Ребят, у меня появилась новая фишка. Это тепловизор. Чтобы вы понимали, как он работает. По-моему, очень прикольная вещь. Здесь кто-нибудь есть? Честно говоря, я не знаю, видны ли призраки на тепловизоре или нет, но, по крайней мере, живые объекты мы точно сможем увидеть. Просто мзда. Просто пи***ц. Честно говоря, на секунду подумал, что это какие-то волосы, знаете, или вот... На заброшке очень странно увидеть подобные вещи. Да, я понимаю, что это такое, это утеплитель. Его сейчас увидеть было крайне неприятно. Простите, приболел немного. Ох, не нравятся мне вот такие вот двери. Вот я сейчас немножко сиранулась, честно, она очень неожиданно здесь появилась. Так, здесь надо крайне осторожно идти. Я надеюсь, хвост не заденет ничего. Потому что, видите, тут перегородки совсем гнилые. Все, может обрушиться в любую секунду. Ребят, как было бы хорошо, если бы я просто нажал на переключатель, и везде бы загорелся свет. Было бы тепло, уютно. Погнали на улицу. Я думаю, надо подняться на верхние этажи, посмотреть, что там творится. Так. Бля. Какая же стрёмная тут лестница вообще, ребят. Да. Вот эта херня, конечно. Вот это херня, конечно. Так. Ёперный театр. Почему на заброшках постоянно валяются дохлые птицы? Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. Серьезно, стремнее места я не видел за последнее время. О, сортир. Вот как раз хочется обосраться. Сейчас.
Божья. Своего же отражения, нормально. Это, вы знаете, одни из тех находок, которые... Прям холодок сейчас пробежал по коже, серьезно. Это так ужасно выглядит. Вот это попадос, конечно. Это чердак. Знаете, какое-то странное ощущение здесь. Знаете, такое чувство, что реально кто-то есть. Фу, это еще интересно есть. В принципе, все однообразно. Надо на чердак лезть уже. О, гнезда. Так, что здесь у нас? О. А, это тоже гнездо. Просто такое чувство, что это венок какой-то.